8 июня в Казанском федеральном университете стартовал 12-й международный симпозиум «Computer Science in Russia 2017», который является одним из престижнейших мероприятий в России, посвященный развитию и применению компьютерных наук. Сфера информационных технологий, в общем-то, является одной из наиболее динамично развивающихся, но этот успех возможен исключительно благодаря достижениям в области математики и компьютерных наук. Наш симпозиум, который в переводе с английского, в общем-то, и означает «симпозиум по компьютерным наукам», и является площадкой, где собраны ведущие специалисты. Принять участие в симпозиуме приехало более 50 участников с ближнего и дальнего зарубежья. Основная задача Computer Science in Russia 2017 заключается в обмене опытом и новейшими знаниями в квантовой информатике, биоинформатике, теории сложности вычислений, теории алгоритмов. Это уже 12-я конференция, которая проходит в России. Основная цель этой конференции – идентификация взаимодействия международного сообщества и развитие подобных международных связей между учеными. Организатором симпозиума в этом году выступает Казанский федеральный университет при поддержке Европейской ассоциации теоретической информатики и компании Яндекс. Стоит отметить, что 12-й международный симпозиум Computer Science in Russia 2017 будет проходить с 8 по 12 июня. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.